Слушай, дружище, я, конечно, все понимаю, в рамках, там, ты, блядь, сидишь, бухаешь на спортивной площадке, да еще и в берете. Тебя ебать. Не, ну меня ебать, ты нормально разговаривай, сигу-то выкинь, слышишь? Нормально, ебать, что ли, что ты? Мысли, все нормально, есть ли? Вроде нормально. Братан. Друзья, понятное дело, что это все ролик постановочный, но таким образом мы хотели показать вам, что происходит в реальности 2 августа. ВДВшники выходят в парки, бухают, курят, несмотря на то, что рядом занимаются люди, рядом гуляют дети и показывают себя не с лучшей стороны. Поэтому, друзья, я вас призываю всех к адекватности. Ты охуеть.